Рыболовная сумка была и остается предметом экипировки номер один для активной береговой спиннинговой ловли. От ее конструкции зависит многое. Сколько коробок получится с собой взять, легко ли будет до них добраться, наконец, сможете ли вы заменить приманку, стоя по колено в воде. Компания «Флагман» предлагает разные варианты, и вы можете экипироваться, исходя из своих собственных требований. Такая поясная сумка из прочной износоустойчивой ткани – лучший выбор для береговой спиннинговой ловли. Всем знакомы проблемы с замками. Их трудно расстегнуть, застегнуть, в них попадает поводковый материал. Они часто выходят из строя, а главное, для манипуляции с ними требуется время, которого на рыбалке и так всегда не хватает. А наша новая сумка решает все эти проблемы, поскольку оборудована практически вечными магнитными защелками. Магниты занимают весь периметр стыка крышки с основанием, чем обеспечивается очень плотное прилегание. Для того, чтобы открыть сумку или карман, достаточно потянуть за специальную петельку, которая благодаря надетой на нее трубке из мягкого пластика всегда сохраняет жесткость, облегчая захват. Для закрывания достаточно прикрыть крышку до такой степени, чтобы магниты вступили во взаимодействие, тогда она захлопнется сама. Магнитными крышками оборудовано исключительно вместительное основное отделение, фронтальный карман, а также два боковых кармана на широком ремне сумки. Основное отделение имеет два внутренних сетчатых кармана, а также закрывающийся на замок сетчатый карман на внутренней стороне крышки. Фронтальный карман оборудован дополнительным сетчатым карманом и вставкой из мягкого пористого материала, предназначены для хранения часто используемых приманок во время рыбалки. На основном отделении с боков присутствуют накладные сетчатые карманы, а также маленькие кармашки, в которые можно вставлять, например, небольшие пассатижи. Под дном сумки предусмотрены два затягивающихся ремня, которые способны зафиксировать, например, дождевик. Ремень можно спрятать в специальное отделение, благодаря чему сумка превращается в наплечную и переносится с помощью специально предусмотренного ремня. Эта сумка одновременно компактна и вместительна. Пользоваться ею очень удобно. Эта сумка будет для вас наилучшим выбором, если вы не ограничиваетесь ультралайтом, а часто ловите с берега на приманке большого размера. Между передней и задней полужесткими крышками находятся два отделения, каждое из которых вмещает по большой коробке, пригодной для транспортировки приманок длиной до 17 см. Эти коробки входят в комплект поставки. Для того, чтобы исключить опрокидывание, они крепятся к внутренней поверхности отделений с помощью липучек. Большие секции коробок делятся на меньшие с помощью съемных перегородок, что позволяет успешно использовать коробки для транспортировки приманок небольшого размера. Чтобы приманки не рассыпались во время манипуляции с ними, отделения сумки откидываются не более чем на 90 градусов, обеспечивая открытым коробкам горизонтальное положение. Сумка рассчитана таким образом, что в процессе рыбалки основное отделение откидывается за спину и не мешает ловле, а в случае необходимости доступа к коробкам легко перекидывается вперед. Кроме основного отделения, сумка оборудована двумя вместительными карманами на молниях. Один из них изнутри отделан непромокаемой тканью. Также предусмотрен специальный карман для пассатижей, где они крепятся с помощью липучки. Сетчатое внутреннее покрытие наплечного ремня способствует отводу влаги от тела. На сумке предусмотрено крепление для удилища, позволяющее освободить руки для манипуляций с приманкой или пойманной рыбой. Пожалуй, это самый компактный и удобный вариант сумки для транспортировки коробок большого размера. Очень удобная и компактная сумка для любителей рыбачить налегке. Она одинаково хороша как в варианте поясной сумки, так и обычной.
основных отделений два. Заднее оборудовано тремя дополнительными внутренними карманами, самый большой из которых закрывается на молнию. В переднем отделении находятся четыре дополнительных кармана, два из которых изготовлены из сетки и закрываются на липучке. Кроме того, переднее отделение оборудовано двумя съемными панелями из мягкого материала, которые предназначены для хранения приманок во время рыбалки. Крепятся они с помощью липучек. Сверху на сумке предусмотрена подобная панель маленького размера, которая удобна для закрепления приманки на короткий срок, например, при ее замене. На фронтальной стороне сумка имеет два кармана, закрывающихся на молнии. Один из них очень вместительный и занимает всю площадь передней панели. Второй меньших размеров и изготовлен из сетки. По бокам сумка имеет петли и кармашки для хранения инструмента. Кроме того, она оборудована двумя ретриверами. Вшитые магниты предназначены для фиксации предметов, закрепленных на ретриверах, например, кусачек для лески. Поясной ремень убирается в специальное отделение, которое с двух сторон закрывается на молнии. Наплечный ремень крепится к специальным кольцам с помощью карабинов и может быть быстро отсоединен. Прекрасный вариант для городской рыбалки. Среди продукции «Флагман» вы наверняка найдете оптимальный для вас вариант и будете приятно удивлены как качеством, так и ценой.